Всем привет! Сегодня я расскажу вам про готовый комплект для оборудования лодки Якорь. В нашем интернет-магазине вы сможете приобрести готовое решение – мотовилла с якорным фалом. Смотрите, на этой намотке находится 50 метров фала диаметром 8 мм. Понятно, что шестерки сюда поместится больше. Вот и само мотовилло. При выборке якоря веревка может запутываться, так что лучше ее сразу наматывать на мотовилло. После намотки фала его можно зафиксировать в одной из проушин. На мотовилле есть удобная ручка с выемками под пальцы. В комплекте есть оцинкованный карабин, с помощью которого вы соедините якорь с фалом. Полипропилен не впитывает влагу и при выборке якоря не затопит вашу лодку. Данный фал обладает положительной плавучестью, устойчив к ультрафиолету и соленой воде. Как вы видите, внутри находятся два сердечника, белый и темный, и все это заключено в 16-прядную оплетку. В оплетку вплетены нити, которые обладают световозвращающим свойством. Это удобно. При швартовке в темное время суток фал будет хорошо виден. Также помимо якорной намотки вы сможете приобрести в нашем интернет-магазине якорный фал отдельно. Особо хочу отметить, что этот товар российского производства и выпускается он в городе Владимире. Вот такое вот замечательное готовое решение. Почему бы при покупке якоря сразу бы не приобрести якорную намотку? А если вам нужна просто плавающая веревка, то в нашем интернет-магазине вы ее найдете. Например, вот эта бухта 20 метров диаметром 8 миллиметров. Если вы рыбачите на небольшом водоеме, то этого вполне достаточно. Но есть и подлиннее, а также есть и диаметром поменьше. У нас много что есть.